Итак, я решила дорисовать свою работу. И раньше у меня был головной убор, как бы хомут, да, или как это называется, просто такая косынка. Сейчас я хочу сделать корону, да, ну, потому что как-то принято обозначать Кришну с короной. Итак, так как у меня все усложняется тем, что он у меня полубоком стоит, поэтому и корона моя должна стоять, то есть огибать его. И давайте придумаем, как это сделать. А я придумала, ну не придумала, просто нарисовала силуэт, да? А это у меня была вот такая вот форма. Да, и я ее просто отзеркалила. И добавила ее в символы, потому что планирую воспользоваться 3D. И давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Объемное изображение. И мне надо вытягивание из кос. То есть примерно. Давайте попробуем поставить узор. Мне надо вот на эту. Итак, выбираем белое, это вот эта видимая часть, серая это невидимая часть. Ну, походу дела, вот это вот наша плоскость. Выбираем нашу корону. То есть мне надо, чтобы была, скажем так, единая плоскость, на которую я бы смогла поставить. Для этого давайте покрутим нашу трапецию. То есть примерно так, как будет стоять корона на голове. Так, давайте нажмем отмена. И сделаем вот так вот. То есть это, конечно же, тоже эксперимент, но что-нибудь сейчас, да, придумается. Так, ну давайте как-нибудь вот так попробуем. О, смотрите, в принципе, ну, не скажу, что идеально, но и неплохо, да, по крайней мере, он встал наискос, можно, конечно, как-нибудь... Ну-ка, давайте нажмем ОК. ОК. Двинем в сторону. И разберем, посмотрим, что вышло у нас. Это нам не надо. Итак, у нас получается вот такая вот форма короны. И теперь нам ее надо обрабатывать. Кстати, Кришну нередко изображают с длинными волосами. Мы, собственно, не будем изменять традиции для того, чтобы просто нам сейчас было более понятно. Вот так вот. И вот здесь вот нарисуем тоже длинные. То есть потом, конечно же, мы все это поправим, а вот сейчас нам для понимания, куда вообще двигаться, можно еще где-нибудь там вот сзади. Вот такая вот история получается у меня. Так, мне кажется, она слишком кривая, да, то есть слишком она повернута в сторону. Для того, чтобы снова вернуться в редактирование, нажимаем оформление. Да, у нас вот был применен эффект 3D. Вот он, вытягивание из кос.
и мы заходим в него снова, ставим предпросмотр, и можно здесь редактировать. То есть снова заходить в эффекты, а не надо, потому что наложится просто повторный эффект, а это не то, что нам надо. Ну, в принципе, вот так вот, и на самом деле так она, по-моему, уже даже в прямом виде будет стоять. Можно было даже всего этого не делать, но мы тренируемся, учимся. А это всегда полезно. Прям целая проблема. Ну, здесь главное не бросить, дорогие друзья, товарищи. Здесь самое главное – это не бросить. Как, наверное, в любом деле. Так, ну да, получается, у нас он не искажался, потому что... То есть так уже, в принципе... А, еще, наверное, вот эта вот история, да, что оно... То есть как оно будет видно? Во. Вот так, наверное, да, чтобы меньше было видно ту часть. Сейчас мы, конечно, это поправим, украсим, разрисуем, наделаем туда драгоценных камней. Будет выглядеть все прям очень гламурненько. Давайте ориентировочно поставим, что, допустим, в центре. Допустим, в центре у нас будет какая-нибудь эмблема. То есть пока мы схематически что-нибудь нарисуем. У нас, кстати, эта штучка еще есть. Ее можно будет тоже... Так, ну, в принципе, да, здорово, но пока сделаем саму корону. Вот этот вот ободочек сделаем. Немножко его исказим. А, можно не так, а чтобы края не искажались. И, допустим, его не то, вот так вот, или вот так вот, или так оставить. Так оставим. Так, давайте края подправим. Так. И с этой стороны тоже подправим. Так, подтянем. Не исключено, что потом я ее буду делать также меж. Ну, на данном этапе вот это будет выглядеть как-то примерно так. Так, допустим. И так. Так, мы сделали, допустим, какой-то такой вот приблизительный совершенно узор. Кстати, можно вот это вот убрать. И, в общем-то, вернуть то, что было. Мне так совсем не подходит. О, так совсем интересно, смотрите, получается. Да? А, можно сделать ее тонкой. Во. О, мне вот так вот нравится. Во. Так, дальше что еще можно сделать? Ну, собственно, все. Давайте вот мы как-нибудь ее сейчас откопируем в сторону и попробуем сделать из нее что-нибудь красивое. Смешано уже будет смотреться прям красиво, поэтому я люблю красить в меж. Можно, кстати, ее изолировать, чтобы точки не мешались. Мне надо сделать какую-то такую иллюзию, да, что оно уходит. В общем, тут оно будет немножко темнее. В общем, темнее, светлее. Все как всегда. Вот так вот. Так, здесь
сути, тоже какой-то такой цвет. Ну, допустим, вот так оставим пока. Так, что он получается? О, мне уже нравится. Так, тоже давайте изолируем. Так, это получается на нас как бы что-то вроде двойной части. Кстати, ее можно сделать больше. Так, тут у меня кошка прям не сидится на месте. Так, вот это мне надо взять. Рыжика, ну чего тебе не сидится? Ну так хорошо сидели. Это... В общем, не знаю, почему я решила сделать побольше, наверное, чтобы с общей картиной оно потом как-то совмещалось. Ну, нормально. Так, давайте тоже ее сделаем как-нибудь красивой. Это у нас чистое золото. Кстати, мне смешно, всегда нравилось работать. Раньше у меня получалось совсем что-то корявое и ужасное, и мне не нравилось работать. Сейчас как-то мне нравится, потому что более-менее, ну, гладко что-то получается. Так, это задняя часть, поэтому ее прям как-то... Давайте посмотрим, как они совместятся у меня. И совместятся ли они у меня вообще. Так, пока не очень совместились. Там нет точки. То есть я, конечно же, не претендую на супер меж, да, на супер художника в плане меж. То есть я абсолютно, ну, самоучка, да, поэтому, собственно, и мой меж выглядит, наверное, не так профи, как прям, ну, наверное, должен выглядеть. Да, когда посмотришь некоторые меж, когда рисуют, прям не отличишь фотографию от вектора, это, конечно, круто. Это, конечно, очень круто. Это не про меня, но это очень круто. Итак, это у нас будет тень. И мы ее поставим между нашими двумя слоями. Не знаю зачем, но посмотрим, если это делает красиво. Вообще корона должна быть такая, как бы, по идее, двойная. То есть это одна часть, и сзади будет вторая часть. А, и еще. Так, давайте изолируем. Изолируем. И изолируем. Вот это вот мы скопировать, вставить и вставим. Так, сгруппируем. И вставим их вот перед нашей тенью, чтобы оно падало за... Ну, понятно, да? Вот. А вот здесь, допустим, снова изолировать, изолировать, изолировать. Допустим, вот эти перышки, мы их не будем удалять, но мы их, так, мы их спрячем. Вот мы их сделаем невидимыми. Так, эта штучка будет у меня сверху на корону как-то одеваться. Можно вот эту вот... А, не, мы сейчас просто так-то развернем. Да, то есть потом мы подправим, чтобы оно смотрелось ровно, чтобы вот это вот не торчало, да? Ну и так далее. Так, давайте разукрасим все в каких-нибудь нужных... Прям как цель у меня какая-то, мне тут не очень нравится. Давайте мы... Во, допустим, такими шариками сделаем. Что у нас получится. Здесь что-то не то получилось. Ну, допустим, пока месь пойдет. Выходим из изоляции.
Так, а этот у нас... Нет, не граница. Ну, допустим. Так, ну и давайте все сделаем. Кстати, может быть, вот это тоже пустим такого же цвета. Вот, то есть я хочу, чтобы это было, грубо говоря, такой ненавязчивый узор, который будет, как сказать, вбит, да, вбит в корону. Ну, допустим. Так, можно, допустим, воспользоваться. А, кстати, знаете еще, наверное, что будет красиво? Наверное. Вот, у меня есть такая мандала, которую я рисовала. У меня даже где-то есть видео, где я рисую подобные мандалы. И, в принципе, можно, допустим, как узор наложить ее вот сюда. Давайте придумаем какой-нибудь эффект. Так, как она будет вообще лежать. Вот, то есть она... Мы сейчас ее сделаем под маску, и она будет так невзначай украшать. Так, как нам сделать... Ну, то есть она очень легким оттенком будет идти. Отмена. Давайте спрятать границы, чтобы мы видели, какой будет результат. И попробуем сейчас менять цвет. То есть она у меня выделена. Пробуем менять цвет. То есть так как у меня эффект тут перекрытия, вот оно будет совсем темнеть. Где-то темное. То есть я сейчас ориентируюсь, ну, понятное дело, я спрячу под маску. То есть это не принципиально. Или, наоборот, высветлить. То есть здесь, грубо говоря, как лучше. Можно вот так нейтрально высветить, или вот так вот нейтрально затемнить. Мне кажется, высветлить будет немного поинтереснее. Можно Ctrl-C, Ctrl-F как-нибудь сдвинуть, то есть два сделать, да? Ой, ну, наверное, будет совсем каша-малаша. И затемнить. Но будет тогда такая прям текстура. Стилизация, да, будет получается. Но не будет, не будет понятно, что это вообще такое. Да, то есть ничего конкретного не будет видно. На самом деле, может, даже так оно и лучше, да, когда не видно ничего конкретного, просто такая абстракция. Так. Допустим. Такие прям блики, да, у нас будут. Так, это у нас еще закрыто и открыто, что-то я уже не помню. Все закрыто. Так, ну давайте их, в общем, объединим. Возьмем от короны. Так, тут у нас еще перья павлина, мы их заблокируем, мы их не будем трогать. Так, скопируем, поставим. Наверное, надо будет отдельно для нижнего, отдельно для верхнего. Так, вот это ставим на самый верх. Выделяем желтый, получается, и нижний. То есть не вот этот, а вот этот вот нижний. Вот. Так, ставим их рядышком. И я нажимаю Ctrl-7. Вот получается такая вот у меня история.
Так, ну окей. А посмотрим, потом будет, в общем, видно. И делаем то же самое с нижним слоем. Для нижнего слоя у меня вот это вот. Так, а мы там немножко деформировали, да, и оно не совпадает. Потому что меж, по-моему, не умеет прятать вот так вот. В общем, там какие-то трудности будут. Поэтому надо, чтобы был либо вообще без градиента, либо обычный такой градиент. И снова Ctrl-7. В принципе, спряталось, все нормально. Теперь мои павлиньи перышки надо поставить между ними. Так, теперь давайте совмещать. Правильно? Правильно. Так, группируем. То есть вот эти два слоя. Узор и саму корону. Так, и здесь тоже группируем. Узор и сам слой. Опять же, это не окончательный вариант, ну просто для примера. Так, почему у меня узор вот тут вот выше? Вот почему. Ой, кстати, так вот даже, по-моему, еще прекраснее выглядит. Потому что мы, наверное, не то совместили. Да, мы не то совместили. Давайте их поменяем местами. Во. И еще, возможно, вот эту верхнюю часть. Давайте сделаем. Нет, не то. Так. Не, в принципе, нормально. Так, давайте заблокируем то, что у меня вот здесь вот. Так, блокировать. Вот эти вот линии, давайте тоже с ними что-нибудь сделаем. Чтобы они как-то не выбивались из общей массы. Там можно просто вот так вот их оставить. А, кстати... Их можно сделать двойными. Во. А, это меж. Чё себе. Разгруппируем. Давайте уже показать границы, потому что сложно работать, если не видишь, с чем ты работаешь. Так, что получается? Ну, уже это, знаете, похоже на корону, поэтому уже, мне кажется, неплохо. Весь вот этот вот узор можно совместить, конечно же, воедино. Таким вот, это что такое? А, это волосы. Да, нам надо еще волосы, кстати, доделать. Ну, пока главное, чтобы было образ волос. Вот так. Ну, в принципе, для короны, мне кажется, очень даже неплохо получилось. Так, теперь
теперь она у нас не вылазит. Давайте немножечко уменьшим. Так, там у нас заблокировано. Вот. Надеюсь, видео было вам хоть чуть-чуть полезным и интересным. Да, мы придумали такую вот корону. А, ну и напоследок, конечно, ее можно украсить эффектами. Да, мое самое, наверное, любимое занятие. Ну, потому что оно такое уже. Делает просто красиво. Так, не то. Как бы то, но не то. Вот. Так вот. Кстати, можно сделать, чтобы был какой-то цвет. Это, наверное, лучше осветление. А, слишком яркая корона. Ну ладно. Так, и второй эффект — это затемнение. Немножко сделаем потемнее. Понятное дело, когда у нас будет задний фон, да, а не будет. Во. Не будет видно кругов. Можно сделать, допустим, осветление, поставить какой-нибудь свет и сверху Ctrl-C, Ctrl-V, как это называется, когда вставить, копировать, вставить, и верхнему дать осветление основы, тогда вот оно как бы высветлится. Ну, это если вам надо, допустим, высветлить что-нибудь на картинке. И тогда я высветлю вот этот вот камень, который посередине короны. Ну, это если есть вообще такая задача. Можно поэкспериментировать со светом. Допустим, мне вот так нравится. Здесь тоже можно поэкспериментировать. Я сейчас, ну, вот тут вот меняю. Блокируем все, что нам мешает. Ну, допустим. То есть я пока на этом даже остановлюсь. В принципе, уже как бы выглядит очень красиво. Я поставила мандалу, которую я делала на корону, на задний фон. И, в принципе, уже... А, и еще. А, допустим, мне надо, да, как-то спрятать вот этот вот нижний... часть, потому что нижнюю часть, потому что она у меня никак не, ну, грубо говоря, не обработана, да, то есть она у меня просто как бы кончается на таком срубе, а это не всегда смотрится как-то очень красиво. Итак, я группирую весь свой объект. Кстати, давайте проверим, ну, чтобы все объекты были открытыми, да, то есть чтобы по нулям стояло открытых, точнее, чтобы все были закрытые. И продолжаем обрабатывать дальше. Я создала вот такую сферу. Там, где черное, оно исчезнет. Там, где белое, оно останется. Я уже не помню, показывала я вам это или нет. Но покажу. Надо, чтобы весь объект был в этой сфере. Да? Не обязательно делать сферу. Можно делать абсолютно любую форму. Просто она у меня уже есть, поэтому я буду ей пользоваться. Там, где серое, оно станет такое чуть прозрачное. Если этого вам не надо... можно поставить ее полностью белой. И вот этот вот переход градиентный, да, он обеспечит то, что вот эта вот нижняя часть вообще не будет видна. Кстати, так тоже прикольно для аватарки. Ну, давайте посмотрим, что будет. Выделяем наш объект и вот эту сферу. Сфера должна быть сверху. Сверху.
сверху нашего объекта. А, подождите. Нас ждут все мои блики. Их-то надо тоже объединить. Это получается вот так вот. Вот оно все объединилось. И вот теперь мы подставляем ровненько. И нажимаем создать маску. Надо, чтобы тут стояла галочка обрезать, потому что если не будет обрезки. В общем, не помню, что произойдет, но чтобы была обрезка. Вот, низ у нас пропал. И теперь можно нажимаем на сферу. Теперь у нас общий документ наш недоступен. Сейчас мы можем редактировать исключительно маску. Инструмент управления точками. И теперь я управляю своими точками и делаю то, что мне, скажем так, надо. То есть я, грубо говоря, управляю вот этим вот градиентом нижним. Делаю его побольше, поменьше. Усиков слишком много, можно их как-то так уменьшить. Она вот эта у нас вытянутая. Да, допустим, если мы поставим вот тут немножко серым. Вот, видите, оно немножечко так осветляется. Ну, грубо говоря, оно становится прозрачным. Так, можно увеличить, чтобы вот здесь вот тоже увеличить. Тут уже угол становится видно, это не очень, не в моей затее, не то, что мне надо. Сверху я не буду ничего делать прозрачным, мне необходимо прозрачным немножечко сделать только вот низ, чтобы это было просто плавно, да, чтобы это был плавный переход. Чтобы вернуться обратно в общую композицию, нажимаем на объект. Вот, мы вернулись в общую композицию. Так, вот так вот. И, допустим, вот так вот. И вот тут можно поставить simple text, да, то есть Loria Ipsum и так далее. Вот такая у нас получилась сегодня. А, мы волосы не доделали. Ну, это я уже сама как бы сделаю по аналогии, да, то есть с вот этой вот желтой тканью. То же самое меж я сделаю волосы. Все, надеюсь, видео было вам полезным и интересным. И до встречи в следующих видео. Всем пока!